смотровая площадка, смотровая башня. Идите налево, я направо. Мы направо, ты налево. И 5 января 2020 год. Вот мы идем к смотровой башне в городе Пярну. Вот увидим, здесь один из самых дорогих районов города. Очень много частных домов дорогих, по 250-300 тысяч евро и выше. До миллиона евро доходит цена. Вот мы видим Пярнский залив. Одно же Балтийское море.
Ленка с Даниэлой. Интересно данное видео, ставьте лайки, напишите комментарии, что вы об этом думаете. Вообще всем рекомендую город Пярна, Эстония, летом сюда приезжать. Температура доходит до плюс 31 градуса, температура воды до 23-24 градусов. Это курортный город Эстония. И вот цены летом очень дорого здесь снять апартаменты. 5 до 12-15 тысяч в сутки. Но летом это будет 10-12 тысяч. От нас, как я вам говорил, пляж, и за этим пляжем идет женский нудистский пляж, где отдыхает обнаженная только женщина. Мужчин туда не пускают. Сейчас даже
и оградить. Вот такая история. Смотрите также видео. Даниэла, скажи всем пока. Не, мама. Скажи пока-пока. Пока-пока.